Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка посылок с AliExpress. Давайте же посмотрим. И первое, пока мой помощник распаковывает, я вам покажу монету, которую мы заказали с моим любимым помощником. Он у нас коллекционирует монеты. Вот такая красотень нам пришла. Такая достаточно тяжелая, из Китая прямиком, да-да. Так, у нас в мешке. Давай посмотрим, сколько у нас посылок, расскажем. Ну, много их тут. Вот. У нас 5 посылочек. Сейчас будет распаковка 5 посылочек. Ну, с какой начнем? С этой. Ну, давай. Открывай и будем смотреть, что же у нас тут. И на середину стола потом. Давай мне ножнички, открывай. И смотрим, что же нам тут такое интересное пришло. Сюда на камеру показываю. Так, давай я тебе помогу. Давай я сейчас ножничками отрежу. Это камушек твой, наверное. Ну, может быть. Кстати, начали очень быстро приходить посылки из Китая. Раньше они почти не приходили так долго, правда? Угу. Ой, как запаковали-то. Да, мастерски запаковали. 101 упаковка. Ну, да-да. Итак... Наша первая посылка. Ого! Ничего себе! Какой нам пришел изумруд. Камень какой. Что мы там с тобой заказывали? Не помню. Он был точно... Ой, какой красивый. Вы посмотрите на это. Угу. Мы синий заказывали. Все правильно. Да. Так. Пора пусть будет вот это. Давай. Там что-то маленькое. Очень маленькое. Тоже там интересно пришло. О, тетушкины сережки пришли. О, да. А я думала, я не заказывала сережки. Вот такая бижутерия. Угу. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Китая бижутерия. Но она красивая приходит. Вот такие вот бумбулиши там. С такими, как тоже кристалликами. Вот маленькими. Такие сверху. Угу. Следующее. Вот такая. Ну, давай. Тоже что-то маленькое. Итак. Сейчас мы посмотрим. Ох ты ж, вы посмотрите на это украшение. Браслет мы заказали, называется, с камнями. Что это такое? Все такие маленькие. Все такие мельпедрические-то. Ну, вы посмотрите. А в мешочке еще какой-то подарок от китайца. Не знаю, ленточка какая-то. Камень, да, конечно, зверь. Давай большую откроем. Ну, конечно. Надо большую еще открыть. Как мешок какой-то. Так, и сейчас. Вот и посмотрите, это парикмахеру заказали. Щеточку парикмахеру вот такую вот. Да, ну большую заказали. Смотрите, на ней даже так, хопа. Это чтобы скидывать, когда стригут. Удачно, видите, какая ручка удобная, как здесь большая. Какие-то. Да, и очень удобно скидывать, если, например, вот. Пышная такая. Да, очень прикольно. И последняя. Я даже знаю, что в последнем карточке покемон. О, да. Сейчас мы посмотрим. Но это карточки покемон. О, они железные, прикинь. Но... Не железные, а просто золотые. Они железные. Настоящее железо. О. Это не простые карточные. А я думала, что они такие дорогие. Потому что они из железа. Ничего себе. О, какие карточки покемон. Это сейчас очень модно. Вот мой помощник, он собирает тоже такие карточки. А эти из металла какого-то. Вот такие у нас посылочки пришли с AliExpress. И правда, из металла. Сейчас даже докажу, что они из металла. О, да, вот такие у нас пришли посылочки интересные из Китая. Пришли очень быстро. Мы довольны посылочками, правда? Да, очень довольны. Все отлично. Спасибо за внимание и... Всем пока!